Друзья, раз снова всех приветствовать. Значит, сегодняшний сюжет хочу начать вот с такой информации. Значит, многие из вас интересуются, э, почему не выходят сюжеты новые, почему э, затишье, почему только фигурирует Еша Бубенцов э, в шортсах, да, э, в коротких видео. Значит, поясняю для всех один раз, и я думаю, многие из вас э, сами это понимают. В связи с тем, что происходит э, в настоящее время у нас... Какая сложилась обстановка у нас в стране? Ну, не хочется больше добавлять и что-то лить, и что-то какое-то дерьмо выносить, которого уже вполне хватает и так. Вот по этой причине, собственно говоря, и вот это вот затишье. Все нормально, у меня все в порядке, все хорошо. Кто переживал, не переживайте. Но по этой же причине, друзья. Я не могу с вами не поделиться информацией, которая поступила мне буквально вот на днях, да буквально вчера. Это лайфхак. Свежайший лайфхак. От ГУМВД России по Воронежской области. Полиция России, полиция Воронежской области, прошу прощения, в частности, вот подготовила вам такой лайфхак. Нам, вам, ну, людям, которые на это способны. Меня эта информация, я вот честно скажу, э, если я скажу, шокировала. Э, отчасти это будет правда. Э, значит. Но человек, человек, о котором пойдет речь, я сразу скажу: фамилию я здесь его не буду называть, и попрошу назвать эту фамилию вас. В комментариях напишите. Вы прекрасно знаете, сотрудникам сейчас обращаюсь, полиции, в частности, ГУ МВД России, по Ворожской области. Главка. Да и не только Главка. Кто знает этого персонажа? Персонаж этот уже фигурировал у меня на канале. Это я дам подсказку. Несостоявшийся почетный сотрудник органов внутренних дел, который сам на себя готовил там э, записки пояснительные, как они называются, представление, представления, да, который сам на себя готовил представление, готовил документы, собирал, дабы э, получить вот это супер звание. Э, я тогда еще, знаете, пошел э, ряд э, шквал критики в мою сторону. Да как, да это же человек такой порядочный. Ты просто его вот не знаешь туда-сюда. Я, я знаю как он учился в институте и на одни пятерки как эти пятерки ему доставались вот э, не головой скажем так не головой вот но дабы здесь никого не упоминать еще раз повторюсь и, и не честь и достоинства чтобы свое ничего не затронуть вот поэтому напишите вы в комментариях фамилию этого товарища вот что на этот раз придумали друзья я же причину вам озвучил да по какой не выходит и по какой причине вот сегодняшний сюжет да выходит значит э, ни для кого не секрет что сейчас э, сотрудников органов внутренних дел да вообще силовых структур отправляют в командировки командировки отправляют туда куда вы правильно поняли да э, в зону в ту зону в которой проходит э, спецоперация да значит и дабы не попасть дабы снизить ну, скажу так как не попасть снизить шансы на то, чтобы попасть в командировку Быть направленным в командировку Вот один из товарищей Который, да, в главке работает Да, значит Порода своей деятельности Контактирует практически Со всем личным составом Через него проходит и область, и город И главк Сам, вот, ну Еще раз говорю, фамилию вы напишите Что... На этот раз ему советчики посоветовали. Естественно, он там не сам все это своей головой допер. А есть такие же советчики. Бесприн... Я считаю, что это тоже беспринципные люди. Абсолютно беспринципные. Без... Нам, по моему мнению, беспринципные. По моему мнению, они мать родную продадут. По моему мнению, они по... не то что по головам пойдут, а готовы по трупам идти. По трупам идти готовы люди эти. Что они ему советуют этому товарищу, который служит э в главке. Значит, должен здесь отметить, что значит, данный гражданин, он же почетный сотрудник, собирал документы на почетного сотрудника. Значит, естественно, у него приличная семья, приличный семьянин он. Жена супер, детки, все как положено, не знаю, двое или один. Вот здесь не стал вникать даже, тут не в этом смысл. В общем, приличная, приличнейшая семья. Ну, я не знаю, год назад у нас, наверное, выходил сюжет о нем. Вот, когда он почетного себе пытался повесить, сам себе. Вот, Значит, что делает этот товарищ? Дабы не попасть, снизить свои шансы, он берет, разводится с женой. Разводится с женой, внимание. Это, это еще мелочь. Ну, фиктивно, понятно. Лишает свою супругу через суд родительских прав. Представляете? Лишает родительских прав. Естественно, это все по согласованию с супругой. Видно такая же тоже, дама. Я ничего не говорю. какие -то... есть у каждого свои ценности. Вот. Лишает родительских прав. И, естественно, каковы шансы у отца одиночки, который один воспитывает ребенка, мать лишенная родительских прав, попасть в какую-либо командировку? Я думаю, что нулевые. Ну, пока. Да, э, вот, в настоящее время, слава богу, у нас относительно так пока еще не так массово значит, привлекают. Нулевые практически шансы. Вот и вам, пожалуйста, друзья. Вот такой вот лайфхак. Я хочу, чтобы вы написали э, в комментариях, как вы на это смотрите. И ваше отношение вот к, этой вот, э, вообще, к этому лайфхаку. Как бы вы бы смогли так сделать? Могли бы вы так поступить? Могли бы вы так э, ну, пойти на это? То есть супруга ваша если вы мужчина, да, э, супруга пошла бы на это, дабы разве, ладно, развестись, это одно дело, как бы эффективно, но естественно они проживают сейчас вместе, естественно все, дай бог у них все хорошо, все нормально, э, я ничего радец, это... э, дай бог здоровья и супруге и ему и деткам все, но мать могла бы в суде лишиться прав на своего ребенка, мать. Я и мать матерей, вот дамы, которые смотрят тоже. Напишите, вы, пожалуйста, как бы вы отнеслись к предложению супруга, э, вот таким вот образом снизить шансы на командировку, да? Возможно, есть и сторонники, возможно, есть противники. Любое мнение, пожалуйста, пишите. Оно будет учтено. Я высказываю лишь свое, и ни в коем случае его не навязываю, свое мнение. У вас оно есть собственное, поэтому интересно послушать вас. Но... Друзья, ну я считаю, что э, для женщины, для женщины, потому что там то ли через суд, то ли не через суд, э, то ли она сама писала о лишении себя родительских прав, то есть э, какой-то отказ. Не знаю, как она правильно, бумага называется. Тут либо так, либо так, но факт есть факт. Я считаю, что для женщин, для матери, при каких бы условиях и какая бы ситуация ни сложилась, это клеймо. Как вы, девушки, женщины, матери, как вы считаете, я считаю, что это клеймо. Я где-то там, понимаете, и человек, естественно, она лишается каких-то там социальных выплат. Но я думаю, что этот человек, о котором идет речь, там уже пять раз все просчитал. Потому что такие люди, они, ну, в частности он, они из системы выжимают все. Все, что можно, выжимают из системы. Есть такие люди, их много. Вот до последнего будут тянуть, тянуть, тянуть. И все равно, вот почетный сорвался, все равно он его рано или поздно получит. Получит, 20 лет будет выслухать, получит, но все равно сделают. Это такие люди. Вот. Но как женщина в этой ситуации может, может так поступить? Я понимаю, что, там скорее всего, это был какой-то, может быть, даже семейный совет. Да ты вот давай. Уговорили, может быть, уговорили, может быть, сама по себе такая. Я думаю, все-таки склоняюсь к тому, что уговорили. Ну, хрен его знает, ну не знаю. Вот. Да давай мы его вот спасем, да давай вот от командировки, как говорится, шансы на ноль сведем. Да ты вот вот это вот это сделай, да и вот так и так. Мать э, на всю жизнь, э, ну это ну, Лишенная родительских прав, кого у нас лишают родительских прав? Как, что нужно сделать для того, чтобы мать лишили родительских прав? Либо конченая алкашка, либо наркоманка. Вот. И естественно э, человек, который лишен родительских прав в глазах других людей, думаю, даже вот в моих глазах, да, это человек э, э, асоциальный какой-то, это человек маргинальный. Э, да, женщина, это, это женщина, будем говорить не, не конкретно вот в этой ситуации, а вообще любая Просто так никого не лишают, мать не лишат райских прав А здесь либо сама отказалась, либо по суду он лишил Ну, естественно, суд, все это э, по договоренности Ну, как-то вот так, друзья Вот мое мнение такое, что клеймо у вас Но э, хочется обратиться... Наверное, к товарищу Бородину, к начальнику главка. Опять же, ни в какие, никого я тут не, об, не поливаю грязью, ничего я тут не пытаюсь сделать. Я говорю по факту, у меня появилась такая информация. У меня есть фамилия этого человека. Если она вам нужна, пожалуйста, обращайтесь. Да кто там? УРЛС, если вам интересно, да вы, наверное, 100% знаете, кто это. Первый угадаете. Напишите, кстати, в комментариях. На Ютубе вас не вычислят, не переживайте, если вы на Ютубе смотрите. Вот. Черканите пару строк или одну фамилию просто ничего страшного. О, ребята, молодцы, знаете там друг друга. А ну... к Бородину что обратиться, с каким вопросом? Михаил Анатольевич, ну скажите, вот, пожалуйста, я понимаю, у вас есть замы, у вас есть люди ответственные за подразделение, но вот уже я понимаю, что вы не ориентируетесь на мои сюжеты, но в любом случае вам доносят эту информацию, и отдел, как люди пишут в комментариях, почему, как через YouTube обращаться? Да так, самое действенное обращение. Через средства, как говорится, массовой информации, и через вот это вот через массовость, друзья. Чем больше я говорю еще раз, чем больше подписчиков, тем больше огласка, тем больше вот это все всплывает, тем больше как бы чешется у некоторых. Но, Михаил Анатольевич, ну может быть я не знаю, провести хотя бы какую-то беседу с личным составом. А вот, вот этих вот удивительных все же прекрасно знают, что это сделано эффективно. Ведь Пришла от сторонних людей эта информация и пришла в каком формате. Ты помнишь вот твой э, персонаж бывший, который фигурил, фигурировал однажды, э, вот так-то, 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 вот так-то. Сейчас вот поживает, проживает и горе не знает. И дай бог, чтобы горе не знал. Я еще раз говорю, я никого не ни грязи не поливаю, не это самое, не желаю никому зла. И еще раз вы поймите прекрасно должны понять, что ну, заниматься-то надо воспитательной работой. Воспитательной работой. А самое интересное, вы когда поймете, что это за сотрудник, э, я не хочу, конечно, сейчас озвучивать, но тем не менее, э, не то, что удивитесь, вы уже, наверное, поняли, кто это. Но, то есть, надо воспитать его, дабы он не воспитал других негативным образом. Поэтому обратите на это внимание. Вы руководителей ГУМВД России по Воронежской области. Совсем, ко всем к вам отношусь с уважением я. Есть там некоторые, пара мерзавцев и негодяев. Ну, это как бы единицы, они везде есть. Но это не значит, что я полицию тут ни в коем случае не поливаю. Вот он вам персонаж, пример. Это что, это лицо полицейского? Это пример? Это порядочность? Это честь? Это достоинство? Я считаю, что это грязь. Я считаю, что это... Это... Да дерьмо, можно сказать, даже не грязь. Ну, и, конечно, выражения я тут не буду такие употреблять. Но, тем не менее, друзья, получается так, как оно получается. Я... Ну что, друзья, ну дам еще одну подсказку по поводу личности данного персонажа. Помимо имеющихся, имеющегося пакета документов на, звание, на получение звания почетного сотрудника органов внутренних дел, которое сорвалось. Естественно, не потому, что у нас вышел сюжет, у меня вот где-то выпустили. Нет, нет. Просто был звонок Бороди... Дошли все-таки документы до Москвы, и Москва влепила на ковле бородину. Я так понял, Михаил Анатольевичу. Э, Ай-яй-яй, -ай -ай, пальчиком погрозили, сказали: Да как так, надо должно 20 лет быть, а у него то 20 лет выслуги. На тот момент не было, но оно и, по-моему, сейчас у него нет. Вот, э, и документы эти завернули. Вот, ну, естественно, я тут себе приписывать ничего не собираюсь. Естественно, не, не наш сюжет повлиял. Но направили же их в Москву. Из Воронежа. Почему? Почему их направили-то из Воронежа, если не соблюдены определенные требования, элементарные требования. Ну, вот так. Так вот, помимо вот этого пакета документов, еще данный персонаж имеет медаль за спасение утопающих. Так что будет легче понять, кто это. Получается. Я. Попрошу тех, кто не подписан на канал, подпишитесь, сейчас нажмите колокольчик, где вы смотрите, это если в YouTube, Zen, ВКонтакте и телеграм канал с одноименным названием. Подпишитесь, поставьте лайк, распространим этот удивительный лайфхак, может быть кому-то пригодится, может быть пойдут э, другие, другие подразделения других областей возьмут пример с Воронежской области. Может быть, гражданские люди то же самое провернутся, значит, у себя. Но как бы я к этому не призываю никого. И только, 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 только высказываю свое мнение и прошу высказать, высказаться вас. Все, друзья. Донес, спасибо всем. Еша Бубенцов, еще у нас как минимум три сюжета впереди. На ваш Вернее, вам, полюбившийся уже персонаж, будет выходить по мере необходимости. То есть минимум три сюжета еще там у нас заготовлены. И немножко забегая вперед, скажу, что э, кроме меня, этого персонажа уже узнают другие подписчики или люди. Я вот эти видео уже нахожу с подписью, что это именно Еша Бубенцов. Причем эту, эту подпись делаю не я, не, не ставлю я и не задаю вопрос. Уже люди знают, кто есть кто. Все, друзья, до новых встреч. Отстаивайте свои права. Всем удачи, мирного неба, добра, тепла. ГМВД России, Парижская С Вам отдельный привет. Смотрю, Вестник полицейский. Наверное, один из немногих людей, кто его смотрит. Но я по своим причинам. Может, дюжа мне нравится. Натаха Куликова. Ну, дюжа красивая. Поэтому ставлю лайки, пишу даже комментарии. Единственный комментарий мой предыдущем, вот, последнем вестнике, который вышел в последнем сюжете. Вот. Когда Тач Баранов выступает, кстати, тоже против ничего не имею, очень грамотно, очень четко все говорит, э видно профессионал. Но товарищ Баранов, извините, но Наталья тут по-любому <см�> лидирует Наталья. Так что, Наталья, отдельный привет. Все, друзья, заканчиваю. До новых встреч. Всех благ.